Приемка детских садов города Орла началась 29 июля. В настоящий момент межведомственная комиссия проверила готовность 67 дошкольных образовательных учреждений. Сейчас идет приемка оставшихся 13, среди которых и 22-й детский сад. В прошлом году учреждение отметило свое 45-летие. Несмотря на значимый юбилей, само здание детсада в хорошем состоянии благодаря ежегодному текущему ремонту. В этом году учреждение тоже обновилось силами сотрудников детсада и при поддержке родителей-воспитанников. Перекрасили пожарные выходы, отремонтировали 6 групп и приобрели новые комплекты игровой и учебной мебели. Периодичность и качество ремонта – один из пунктов, который проверяла межведомственная комиссия Северного района. В нее вошли члены управления образования города, а также представители Росгвардии, Ростехнадзора и МВД. В ходе приемки комиссии обращается внимание на готовность учреждения к новому учебному году, на функционирование и работоспособность всех основных систем. Большое внимание уделяется созданным условиям для безопасного пребывания детей в учреждениях. 22-й детский сад укомплектован системой видеонаблюдения. В учреждении на его территории работают 16 камер. Картинка выводится в кабинет охраны. Он также оснащен всем необходимым оборудованием. Комиссия проверила работу всех систем, документацию и знания должностных обязанностей сотрудника охраны. Так, расскажите, пожалуйста, ваши действия по проверке кнопки тревожной сигнализации. Я проверяю кнопку, звоню, телефончик вот есть, написано. Проверяй кнопочку. Отдельно члены комиссии проверили состояние систем энерго- и водоснабжения, работу вентиляции, состояние пищевого блока и укомплектованность штата, квалификацию сотрудников. Например, если в детском саду есть бассейн, в штате обязательно должны быть тренер и закрепленная за объектом медсестра. 22-й детский сад входит в небольшой список из 12 школьных образовательных учреждений города, где бассейн есть. В нашем дошкольном учреждении на сегодняшний момент работает бассейн. Мне кажется, это такое зрелище, и это такая радость для детей. А еще в учреждении действует кабинет массажа. Там тоже работает медицинская сестра. Всего в медблоке детского сада 3 работника. Еще одна гордость учреждения – соляная комната. Ей пользуются дети с заболеваниями органов дыхания по назначению врача. Есть кабинет логопеда, так как в саду одна из 12 групп состоит из детей с нарушениями речи. Всего в учреждении больше 300 воспитанников. И все они продолжат ходить в свой детский сад, так как приемку он прошел. Как и все 80 дошкольных образовательных учреждений города, теперь межведомственные комиссии начнут проверять орловские школы на готовность к учебному году. Ирина Титова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».